насколько себя помню, скажем так, 6-7-летнего возраста я всю жизнь хотел быть военным. И это привело тебя в конечном итоге в военное училище? В конечном итоге это меня привело в армию, в училище вот, и так далее. Здесь просто группобой ведет в горах, и с криком лезут мусульмане. Аллах-Акбар, Аллах-Акбар, они вопят, поднасобачились собаки на Коране. Здесь просто воевать, а жить непросто. Жизнь подчинена одной мечте. Вернуться в отчий дом просто и поклониться матушке земле. Да, все песни, которые есть и гуляют в записях вот, Жени Сергеева, это написаны песни им и исполнены мной. Вернуться в отчий дом просто и поклониться матушке земле. Я служил 1,5 года солдатиком вот, и абсолютно сознательно поступал в Рязанское высшее воздушно-десантное на факультет разведки. Абсолютно сознательно. Как раз мы, когда поступали в 80-м году, пошел больше набор, связанный с Афганом. То есть пошли первые солдатики, поступившие с Афгана, уже в училище. Я считаю, что мне посчастливилось быть в числе тех, кто воевал. У меня за Афган 7 пулевых ранений, 3 контузии, 3 осколочных. Вот. Но я как бы несказанно этому рад, то есть это все в прошлом. У меня великолепные друзья. У нас какой-то такой, вот, я не люблю этих пафосных слов, афганское братство. Если человек говно, по-другому не скажу, дерьмо, был он в Афгане, не был он в Афгане, воевал, то есть это абсолютно не показатель. Абсолютно. Вот. А так, я говорю, если вспоминается что-то плохое, вспоминается просто мерзость человеческая. Безвозвратные потери, слова режущие слух, словно птицы улетели, то ли на север, то ли на юг. На востоке солнце всходит, а на западе туман. Безвозвратные потери, не прошедший караван. А удача отвернулась, и не слышен песен глаз. Безвозвратные потери, поздно вас нашел указ. На востоке солнце всходит, а на западе туман. Безвозвратные потери, не прошедший караван. Безвозвратные потери, это скупо слез мужских. Безвозвратные потери, это женской боли крик. На востоке солнце всходит, а на западе туман. Безвозвратные потери, не прошедший караван. Семья у меня одна. С женой в 2011 году, мы уже празднуем 30-летний юбилей. Знакомы мы с ней с 15-летнего возраста. У меня две дочери, одна внучка, женский батальон. Я их обожаю.
Я нахожусь на территории Александровской птицефабрики. Это мирный объект, но с военным порядком и военной дисциплиной. И мы знаем, что этот порядок был обеспечен одним человеком, у которого богатое военное прошлое. Человек, который умел организовать боевые действия, который в тяжелых условиях мог принять совершенно правильное и разумное решение. И сейчас он воплощает свои навыки, умения и знания в мирной жизни. Это Владимир Павлович Ковтун. И я хочу задать ему несколько вопросов. Как все-таки удалось вам достичь таких результатов, такого порядка? И помогла ли вам армейская закалка и выучка? Начну с последнего вопроса. Богатое военное прошлое и какая-то военная выучка накладывают такой серьезный отпечаток на работе и на гражданском, мирном, как вы сказали, этом предприятии. Чтобы это посмотреть и оценить, я предлагаю пройти по предприятию. Абсолютно городские жители, и я, и он, то есть он родился в городе, я, мы никогда не были в деревне, у нас нет даже бабушек в деревне, никогда не было дач у родителей, то есть абсолютно, и поэтому это было занятие, ну, невероятное, то есть я вообще не отреагировала даже. Помет был вот до крыш, это были вот ну, такие болота, и сверху лежали деревянные помосты, да, вот мы шли, жижа под нами ходила. Вот он меня привез показать. Какой я забыл, какие что вы. И остовы стоят, вот полуразрушенные цеха. Я сказала, забудь, это невозможно, это нереально, это никогда. Промолчал, как всегда. И тихонечко-тихонечко начал. А это Света, наша старшая дочь. Здравствуйте. Какая высокая, папа. Да, папа. Очень стройная девушка. Ну, красавица. А сколько лет тебе? Мне 4. 4 уже? О. А скажи, пожалуйста, ты дедушку любишь? Да, а за что? Просто так. Ну, мало ли, может быть, он тебе конфеты дает, может быть, он тебе сказки рассказывает. Конфеты дает. А-а-а, балует, значит, внучка, понятно. Я на фабрике хочу лечить цыплят, я доктором буду. Лечить цыплят? Ветеринаром. Ветеринаром быть? Да, вот молодец как. А тебе нравится с цыплятами играть? Да? Ты их держал в руках? Да. Дедушка разрешает? Да. Смотрите, какие красивые туфельки. Какие. Как у принцессы. Ага. Желаю ему здоровья, в первую очередь, конечно. Я желаю, чтобы у него было побольше свободного времени. Чего ты желаешь? А я желаю, чтобы он почаще нам играл на гитаре, и мы все вместе пели, чтобы он чаще был дома. Мы все чтобы... вместе выходили в театр. Угу. А, чтобы собаки его слушались, как в цирке. А кот не боялся? Да. Чтобы дети, мы его не расстраивали, и он нам только радовался. И чтобы он разогнал всех ворон, которые летают над его домом. И оводов. И оводов. Ты у нас самый лучший на свете, ты у нас самый красивый, ты у нас самый стройный, самый умный, самый добрый. Самый щедрый. Нам очень с тобой повезло. Но я думаю, что тебе с нами тоже очень повезло.
Мы тебя очень любим и уважаем. Мы тебя очень любим. Что бы вы поменяли в своей жизни? Я бы поменял две вещи, может быть. Не сделал бы две вещи, которые в своей жизни. Первое, я бы никогда не курил. Второе, я никогда бы не пил алкоголь. А весь путь пошел бы от начала до конца по тем же стопам. Отлично.